Димина любовь. Не, нормально. Сколько стоило? Не так дорого, да? Sunroof блатной, да? Look at that. А, немножко пахнет, да? Да. Так, застоялся чуть-чуть. Я новые сиденья поставил. Новые сиденья? Колеса. Что, 3,5 литровая? 3.5. Oh my gosh. И что, automatic to manual conversion сделал? Был автоматик, делал manual. Давай посмотрим. Оу, oh, yeah. Тянет хорошо, да? Ты говоришь, ratio не тот. Только, да? Да, ratio не тот. Да. Оу, oh, yeah. Нормально, мне нравится. Да. А знаешь, как она закрывается, худ? Как? Там нету, не, она не захлопывается. Она там закрывается. Ты видишь ручка? Ага. Просто толкаешь, все, закрылось. That's it. Ты не можешь открыть. А. И эти окна открываются тоже. Да? Да. Вот эти going down. Ну да. Краску можно подлечить? Да, да, надо подлечить краску. А то что, задний хит? Что? То rear heat? Да. Это холодильник сзади. Холодильник сзади? И rear heat тоже. Иди посмотри. Что? Rear heat. Сколько багажник. О, да. И этот. Shark BMW. Угу. Прикол. И I'm gonna show something. A toolkit. I'm gonna show something. This car has like Citroen. Airbag. It's going up and down. This is air motor. Suspension? Yeah, suspension. Like Citroen. Hmm. Да, он поднимается вот так. Много человек садится, поднимается. It's crazy. Да, хочу поменять лампочку надо. Опа. Почти все. Something есть. Missing. Yeah. Two pliers. Screwdriver или что сюда? А, это tire. И это tire. Как его? Hook. Toe hook. Toe hook. А здесь лампочки. Здесь лампочки. Здесь тут лайнер. Да. И аптечка. Аптечка до сих пор есть. Старая. Смотри. Original. Made in West Germany. Прикол. А педали как? Надо было убирать педаль одну, да? Он поставил новую педаль. Ну и тормозную другую, да? Да, да, да. Тормозную и другую. Он поставил. Да. Окей. Not bad. Я, диски хорошие. И она не ржавая. Все BMW ржавые. Дима, блатной. Да, смотрится круто.